Какое количество дорог планируют отремонтировать в предстоящем 2019 году в Барнауле по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги», сообщает Политсибру. Список уже появился на сайте мэрии краевой столицы, в нем 33 объекта. Какие именно, читайте на Политсибру, скажем лишь, что в планах несколько капиталоемких проектов. Реконструкция улицы Попова от Власихинской до Трактовой и строительство автомобильной дороги по улице Солнечная Поляна от Жасминной до Энтузиастов. В крае теперь работает мобильная бригада онкологов, пишут корреспонденты «Аргументов и фактов Алтай». В мобильную бригаду входят онколог-мамолог, общий онколог и врач УЗИ. Выездные онкологические бригады уже побывали в Троицке, где осмотрели 110 пациентов. Было выявлено 9 человек с подозрением на злокачественное образование. Следующий пункт в маршруте врачей – Усть-Пристаньский район. Кстати, бригады будут работать на постоянной основе. Ноябрь – месяц старушек, утверждают корреспонденты «Комсомольской правды Барнаул». И аргументируют свое утверждение. Оказывается, таковым ноябрь считают коренные алтайцы. Объясняют смешное название очень просто. Дни в ноябре настолько короткие, что бабушки не успевают завязать свои пояса. Такую информацию публикует сайт Алтайского государственного биосферного заповедника. А вот следующий месяц, декабрь, согласно алтайскому календарю, будет называться месяцем косули. Рубцовчан призывают делать кормушки и подкармливать птиц. На днях отмечали народный праздник – Синичкин день. В календаре он появился не случайно. У славян существовало поверье, что к середине ноября к жилью человека прилетают зимующие пернатые. Среди них непременно есть и желтогрудые синицы. Этих красивых птичек можно увидеть и в Рубцовске, сообщает информационный портал «Рубцовск.Инфо». Самое время организовать для них кормушки, пишут корреспонденты. Клип на композицию группы «Кино» «Пачка сигарет» сняли в Белокурихе. Об этом пишут журналисты «Бийского рабочего». Известную песню сыграли новосибирские музыканты на скрипках. Ролик снимали в Белокурихе. В кадр попала курортная зона города и пробегающая по ней речка. Сделать видео получилось благодаря слушателям. Деньги для съемок клипа собирали в интернете.